утверждаю и утверждаю тебя для того, чтобы ты делал великие запасы в светильнике свои, говорит Дух Святой. Ибо будут запреты, говорит Господь, будут запрещать молиться Духом, говорит Дух Святой, будут запреты и на громкие молитвы, говорит Господь, ибо притеснение ждет верных молитв. И потому говорю, наследие мое обоочие, все вы рассеетесь, говорит Дух Святой, по разным местам, говорит Господь, ибо многих поведу по вселениям и местам, одних поведу на север, других на запад, иных на восток, а иных на юг, говорит Дух Святой. И для каждого есть мое определение и воля моя, говорит Дух Божий обоочие, потому как важно тебе, народ мой, аллилуйя, научиться слышать голос Духа Святого, дабы я говорил ко внутренности твоей, ибо много буду открывать, много буду говорить для тех, у которых будет открыто ухо для Духа моего, ибо многим буду давать откровения и буду выводить из этой страны, а многих оставлю для того, чтобы переплавить, прожечь, испытать и наделить силы, Ава Отче. И потому говорю, наследие мое, делай великие запасы в светильнике свои, ибо велико свирепствует сатана, желая угасить дух молитвы в народе моем. Но я говорю тебе, церковь, голубица моя, не страшись и не бойся сердцем своим, но будь верен до смерти Господу твоему. Вспоминай Даниила, аллилуйя, вспоминай мужа верного, который не преклонился перед устуканом, говорит Господь. Так и ты, народ мой, будешь испытан, говорит Господь, ибо многие сегодня уже поклоняются к истукану. А я хочу, дабы ты был верный, как Даниил, лишь по сердцу моему. О, наследие мое, Ава Отче, время великих перемен по всей земле, говорит Дух Святой. И как я хочу, дабы ты был готовый, народ мой, ибо время тяжкое, говорит Господь. Тьма и мрак покроет всю землю, говорит Дух Святой. Надвигаются тучи на всю землю. Но церковь моя, она будет как всерец. Церковь моя — это столб и утверждение истины. Церковь моя — это свет. И к этому свету придут многие, аллилуйя, ибо я буду велико действовать через свой народ. Я буду избирать в служение свое не только мужчин, но и юношей и девиц. Я буду избирать разного возраста народ мой и буду действовать, говорит Господь, ибо я не дам славы человеку, ибо я хочу велико прославиться через свой народ, через церковь свою, а ты церковь моя не бойся и не страшись, ибо даже в гонениях притеснения я буду действовать великой силой и властью. И многие из мира, Ава Отче, придут и скажут с вами, воистину Бог живой, аллилуйя, аминь. И так, говорит Господь, буду собирать вас по крупицам в горницах, будете собираться по домам и будете прятаться, и я буду велико действовать, и будет пробуждение, и с малого стада пойдет по станам пробуждение. И потому говорю, наследие мое, мужи мои, сыновья мои, стойте на страже сердца своего, и будьте верны Господу вашему, ибо вот будут листы раздаваться по станам народа моего, и будут и указы, и приказы, говорит Дух Святой, и это будет не во благо для народа моего, ибо будет, Ава Отче, враг устанавливать свои уставы по станам народа моего, но верные мои будут выходить из станов, говорит Господь, ибо блудница религия, Ава Отче, она все более будет восседать на троне, Ава Отче, этой земли, но верный мой народ укроется в пустыне, верная моя голубица невеста, она сокроется, и я укрою и сохраню церковь свою, и наделю великой силой церковь мою. Потому говорю, наследие мое, готовься к великим переменам, говорит Дух Святой, ибо вскоре упразднится золото и серебро, и ты станешь перед великим выбором, говорит Господь. Наследие мое, это будет в твое время, это будет во время, Ава Отче, в которое ты живешь, ибо говорит Дух Святой, о, наследие мое, великие перемены ожидают тебя, и вот цари замышляют, Ава Отче, тщетные и упраздняют истину мою, а я говорю, народ мой, запомни слово истины моей и будь верен слову моему, ибо наследие мое великое будет испытываться вера народа моего, и я хочу, чтобы ты остался мне верным до конца, народ мой, Ава Отче, ибо спасает не начало, а конец, наследие мое, говорит Дух Святой, ты будешь глазами своими видеть, как те, которые именовались именем моим, как они будут отвлекаться от меня, а ты берегись наследие мое, дабы тебе не уподобиться таковым, говорит Господь, ибо наследие мое, Ава Отче, будешь видеть, как столбы будут падать, говорит Дух Святой, я покажу тебе и открою маски лицемерия, я покажу тебе наследие мое, кто есть мой, а кто не мой, я покажу тебе, кто верный мне, а кто нет, говорит Дух Святой, и ты увидишь разницу между служащим мне,
человек говорит, сегодня много человек прибавляет и убавляет от слова моего. А ты, народ мой, храни ухо свое, дабы твой дух не был поражен, говорит Дух Святой. Ибо великое лжеучение и отступление идет по всей земле, говорит Дух Святой. И я хочу тебя научить и припоясать словом своим, дабы ты, наследие мой, народ знал и отвечал, что есть пища моя, аллилуйя, кровь завета. И потому говорю, наследие мое, достигай любви, особо наследие мое, ревнуй от того, чтобы тебе любить Господа твоего, всем сердцем и всей крепостью, всем разумением своим, ибо многие, которые будут говорить, Господи, я тебя люблю, о, наследие мое, когда придут испытания, если не будут делать запасы в светильнике свои, не смогут пройти и устоять, потому я отмерил и отрезал это время для тебя, народ мой, делай пустые молитвы, молись за душу свою, за дома свои, за местную свою, ибо говорит Дух Святой, великие потрясения ожидают и эту страну, ибо Господь открывает, аллилуйя, что я открою окна небесные, и будут наводнения и потопы по местам, говорит Дух Святой, и будут истребления и уничтожения многих городов, потому что отступили от истины моей, и вот суды мои пойдут по старам народа моего, когда я буду судиться с теми, которые отступили от истины моей, которые превратно учат Ава Отче, которые Ава Отче не подводят народ к страху Божьему, аллилуйя, ибо говорит Дух Святой, я буду судиться с теми, которые не принимали Духа моего, которые поношали пророческое служение, которые пренебрегали рабами моими, говорит Господь, я буду велико судиться с теми, говорит Дух Святой, я буду отзывать, я буду ложить на одра болезни, я буду велико касаться плоти, говорит Дух Святой, и ты, народ мой, Ава Отче, будешь видеть суды мои, как я буду совершать суды свои, прежде всего войду в дома тех, которые неверно стояли в истине моей, которые незаконно подвязывались, говорит Дух Святой, а ты, народ мой, велико бодрствуй, бодрствуйте учителя, бодрствуйте пророки, говорит Господь, дабы вам говорить верное слово Духа Святого, дабы вам стоять в истине своей, дабы вам самим, обрезая других, не остаться, Ава Отче, необрезанным, говорит Дух Святой, ибо я, говорит Духом Святым, на этом месте, я, Господь, наблюдаю каждую душу, я обозреваю каждое сердце, и вот, говорит Дух Святой, я наделю великой силой сыновей своих, я наделю великой властью дочерей своих, и будут совершать то, что определило небо, но, говорю, народ мой, аллилуйя, придет время, когда и небо будет закрыто, когда ты будешь вопрошать и вопиять слово моего, но я говорю, путь твой в небо через Голгофу, говорит Дух Святой, путь твой, Ава Отче, когда услышишь слово, свершилось, аллилуйя, тогда войдешь в обители мои, аллилуйя, ибо я вскоре гряду на эту землю, все гряду скоро, говорит Дух Святой, а ты, народ мой, аллилуйя, готов сердце свое, ибо вскоре Господь будет изливать великую силу и благодать по станам народа моего, где ревнуют о силе моей, где дают духу моему место, аллилуйя, и потому и на это место, Ава Отче, потечет река жизни, аллилуйя, еще многие придут на это место и скажут, воистину Бог живой посреди вас, еще многие хромые придут, аллилуйя, слепые, глухие, Ава Отче, обремененные и обреченные на смерть, и будете молиться, и я по молитвам народа моего буду исцелять, буду воскрешать, буду освобождать, и будешь силу мою, и будешь видеть, как небо опустится на землю, и будешь видеть, как я великой силой буду действовать среди тебя, и воистину поднимешь руки свои, и скажешь, Господь, ты живой, аллилуйя, и мы верим тебе, Богу живому, потому наследие мое, принимай слово мое, растворяй веру, говорит Дух Святой, ибо я буду действовать в домах твоих, во многие дома войду с милостью, ибо многие ожидают годами, десятилетиями, просят милости за детей отступников, а я говорю, матеря и отцы, молитесь за детей отступников, и я войду с великой милостью, и я благословлю, я оживлю и приведу на путь истинный древний, говорит Господь, а ты, народ мой, аллилуйя, наблюдай за путями своими, дабы они были прямыми, говорит Господь, дабы ты, народ мой, унаследовал жизнь вечную, аминь, аллилуйя.